Поздравляю, что я могу сказать? Тут вообще просто, блядь, все было. Че еще? Какой ты соленый. Какой я секси. Ачу, блядь, ебать. Спасибо. Так, ну тут... Скинул тут... У меня парень! У меня два парня! Вот я шлюха. Что это? А, это матка. Слушай, с маткой я еще не дрался. Да я имею в виду. Вот так вот. Не. Пизду я не буду. Блять, точнее, я не буду дальше проходить. Скайкарт стира. Яку не проявив, наприклад, цей стрімер. Слава Україні. Продолжим. А может ее выключить просто и заново включить? Ой. Ой-ой. Впервые, да, простите за паузу, держу в руках контроллер от Xbox. Где здесь вообще написано, что это РБ? Всех вас с праздником, дорогие девушки. Почаще улыбайтесь. Даже до 6 вообще не спим. Кристиан, это мальчики. С ними очень тяжело. Схавала, блядь, я пусто. Принт, блядь, ушел в подпространство. Всё? Схавала, блядь. Слышь, можешь открывать глаза. Чего это? Это я, брат, блин. Чего это? А что это такое? Там что-то классное, там ключи от машины. Ну, посмотри. Андрей! А, там что-то есть! Там что-то есть, дура. Это не просто носок. Мне показалось! Или ты быканул? Ой, блядь! Подождите, вебка. Я маслину получила. Ебать. 3 минуты она не должна трогать волосы. Сброс, блядь. Дальше. Паул is a big Twitch streamer. Oh my god, how to Paul? Hi there, Paul. I don't know how to read your name. Да заебало, блядь. Реально, ты Hard Game Channel. И это твоя аудитория, то ты сам видишь. Это просто лол. Это не понимаешь, что это блядь? Рекорд! Ну, чувак, нам не везет. Ну, просто мячи не залетают, понимаешь? Кто-то пойдет, кстати, в Apex? После видосов. Кто-то пойдет? Эл, ты пойдешь в Apex? Я знаю, сколько одно. Сперма плюс вода, суперклей. Бля, они ебанут, они больные. Ася, ты охуел, сука. Кирю папучка, ма. Урод, блядь. Вот и ёбан. Слышишь, блядь. Она понимает, что ты уедешь, а я не пропустила. Ты чё? Рэп. Кристина... Ты знал? Кристина, 17 лет. Ты знал, что в слово «пыль»? Боже, я реально, я никогда не догадывалась. Что там пыль в слове. Ребят, сколько IQ в чат, напишите. Да, и форм за...
Можно скипнуть его, пожалуйста. Девушки, праздник. Подождите, вебка. Ну, да, все, я уже перемотал. Фок. От стену биться надо, нахуй. Типа я вообще ем много, но я стараюсь... Сейчас даже впервые начал жрать стручковую фасоль. Это говно ебаное, просто мерзко. Не-не-не, это вкусно. Это очень вкусно! Помнишь этих фитнес-блогеров? Стручковая фасоль, это очень вкусно! Ням-ням-ням! Брокколи! Не могу! Ты ебанутый, нахуй! Вкусно! Это шаурма, блядь, сука, с мазиком, нахуй, ебать! Килограмм 6 шавермы! Вот что вкусно! Все время набыл. Это дрон везде на подсосе. Не, знаете, как вкусно фасоль с курочкой на гриле. Ну, конечно же, это не для меня. Ебать, у меня нахуй зарычало горло. Бля, надо попшикать опять горло, как это залупай. Блять, вот, блять, у меня такое настроение было. Я, блять, за полчаса до стрима сидел, меня мандраж хотел. Хотел уже, блять, просто разъебывать. В итоге теперь... Хочешь, я сейчас тебе сделаю настроение? Ну давай, давай, малышка. Всё, что делаешь? Блять, сука, ебаная она. У меня фасоль даже в холодильнике лежит, если чё. Зачем она спиздила шапочку у фиксиков? Вот этой штуки. И перекрасила ещё. Ты, сука, думала, что никто, блядь, не заметит? Ты думала, что никто не спалит, блядь, чтоб ты спиздила шапочку? Вот это попадос, вот это залёт. Серьезно, у меня лекарство вылетело! Ублюдки, ебаные! Да ну нахуй, серьезно, бля, боже, ебать! Ебать! Кто играл? А сколько он ему урона нанес? Пиздец, вы просто посмотрите. Дос, вот это... 60, 20, 50... 15, 20... Ну, около 130 урона он ему нанес. Как минимум 200. Серьезно, у меня лекарство вылетело! А он его должен был нокнуть? Блять, я не могу контролировать себя, ребят. Типа, да, это говорят, надо есть по чуть-чуть. Если я въебал чуть-чуть Сникерса, ему пизда. Мне это то же самое, что, блядь, начать драться и не драться нам, понимаешь? А, ножну? Дерись Сникерсом, съешь его нахуй! Съешь его, блядь! Сука, блядь, ебанулся ты нахуй. Да ладно, тут развитие сюжетное какое-то. Так, так. Он колесами брум-брум, трактор-брум, трактор-брим, трактор-брим, оцеплёнок-брим. А-а-а, сука! А! За что? За что, блядь? А-а-а! Детский мультик, блядь! Так, есть спасибо большое. Что за чудный день? Бесчувственные твари просто в чате. Не могут поплакать за цыплёнка в аху. Вдруг наступил под числом номер 8. Это же 8 марта для моей дорогой женщины. С 8 марта я поздравляю тебя, дорогая любовь моя. Давайте много плюсиков в чат, и я вожу зажигалку. Да, пропустил немножко. Ты немножко пропустил, как бы. Ой, не туда, ладно. Она сломана, блядь. Ой, бля. Алло. Ну, Крис, короче... А где брови? Ничего у меня нормального нету. Да брови проебало. Все в репертуаре.
начала. Блять. Ой, бля. So start digging. Come on, get up, get up, get up. Got something to wear that's good for digging? Я руками это делал. Если что. Нет. Если у тебя хуй меньше, ты не знаешь, что ты старше. Ебать! Ну-ка, шо, все разъем. Тихо. Ебать, что? А шуга, ну может ты подымешь-то меня? Куда ты бежишь? А, я не нокнутый. Все, ты че? У меня тоже такое бывает. Наверное, это нормально, а может и нет, я не знаю. Бан!